Приветствую всех зрителей, кто смотрит меня. Сегодня мы направляемся в Варнакрокс половить окуня с берега. Варнакрокс – это часть города Юрмала на правом берегу реки Лелупа. Название происходит от латышского Варнакрокс, что в переводе на русский язык означает «воронья корчма», или грубо говоря «бар», которая была построена около старой грунтовой дороги из Риги в Курзамы. Кстати, ворон тут много и по сей день. Как я уже говорил в других видео, в определенный период времени с моря к нам заходят некоторые виды рыб. Рижский залив слабосоленый, что привлекает многие виды рыб. Рыба заходит к нам в реки на нерест или покушать. Вместе с окунем в наши воды заходят также белая рыба и судак. Буду я ловить опять на два отводных поводочка. В деле снова двухвостовые твистера от Relax цвета машинного масла. Ну что, будем пробовать. Первый заброс. Вместо обычной лески использовал флюрокарбон, так как в этом месте есть судак. Есть. Наконец-то первая поклевочка. Долгожданный окунь. Ну вот, окунек. А еще одна поклевочка, вторая. Опять что-то такое не особо большое сидит. Сейчас покажу, что там. Очередной окушок. Этого отдадим коту. О, второй кот пришел. Эй, вне очереди залез. Ах ты. Мохнатый. Ну ладно, бери, бери. Сейчас и тебе поймаем. Клюнул очередной окушок, уже третий. О, блин, маленький. Это он, коту. О, они ждут. Держи. Ну, на. Вон, унес свою добычу. Он прикупил одну приблуду. Вот, называется спиннербайт. Будем пробовать на нее. Ни разу не пробовал ловить на спиннербайт. Сейчас попробуем разловить. Вроде играет, будем пробовать. Может, что и получится. В прошлом видео Фредойной я оборвал вот такую вот блесну лакинжон. Пополнил свои запасы, купил новую. Вот. Будем пробовать ловить на нее. Не удалось нам сегодня разловить спиннербайт, также не удалось разловить и новую блесну. Может, стоило более длительное время половить на эти приманки. Ну вот, очередная поклевка. Опять окунь. В местах, куда я смогу добросить с берега, не превышая глубину 5 метров, в этих местах нужно обязательно заходить в воду, чтобы избежать постоянной зацепы за траву. Несмотря на то, что окунь в основном не обитает на свале, где и начинается эта трава. Но по-другому, к сожалению, тут не половишь. Также имеются зацепы, без них никак. Рыба любит такие укрытия. О, поздоровее окунь, наверное. Хороший окунь. Вот такой вот окунь красивый. Вот опять хороший окунь.
Держи. Ну что ж ты так, сейчас уйдет. Главное не в траву. Ушел. О. Не, мы его отпустим. Одного поймали. О, есть. Ну, покажись, где ты там? Вот такой вот судак. Криминальный. Сейчас будем отпускать. Отпустили судачка. Ну что ж, как вы видите, окунь поклевывает, правда, большинство из них маленького размера. Почти все поклевки были под берегом, на свале как раз где начинается густая растительность, а нам уже пора ехать домой. Спасибо за просмотр.